Планируете сварить что-нибудь вкусное, сытное и аппетитное на обед? Тогда присмотритесь к этому классному варианту, как приготовить рассольник с почками. Чудесная идея первого блюда для всей семьи. Сразу хочу сказать, что вариантов рассольника существует немало. В данном случае используется традиционная перловая крупа, которую нужно сварить отдельно. Удобно делать это в мультиварке, например. Попробуйте повторить рецепт дома. 1. Почки нужно заранее замочить в холодной воде и оставить примерно на сутки. Воду меняем несколько раз. После залейте водой, доведите до кипения, проварите 3-5 минут и слейте воду. Залейте чисто и варите на среднем огне еще минут 10. Охладите немного, удалите жир и нарежьте. 2. Отдельно сварите перловую крупу в подсоленной воде. 3. Очистите и нарежьте морковь с луком. 4. Бульон доведите до кипения, выложите туда почки и нарезанный кубиками картофель. Варите на среднем огне минут 15. 5. Тем временем, обжарьте овощи на растительном масле до румяности. 6. Нарежьте небольшими кубиками огурчики. Выложите в бульон жареные овощи, огурцы и крупу. Варите еще минут 5. Посолите по вкусу, поперчите, добавьте специи. 7. В конце добавьте в кастрюлю измельченную зелень, перед подачей дайте настояться минут 10-15. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!